Привет, родные, привет, роднульки, с вами Радик и потрясающий мой товарищ, который узнает все и любит моя мама и уважает мой папа. Блин, мы чё снимаем? Блин, мы просто каждый день с Радиком просто так смотрим всякие шоу и как бы обсуждаем их, а он записывает это, я вообще не знал. Я вообще не знал, что у Радика канал есть, я думал, мы просто типа тусим, оказывается, вон оно как, так он меня использует, ты меня использовал, я думал, мы просто веселимся и шутим. На самом деле, это с детства началось еще, знаешь. Смотря в выключенную камеру. Всем привет. Да, всем привет еще раз. Сегодня будем смотреть про детских аниматоров. Да. Я даже не могу понять, как детские аниматоры могут обманывать, и что... Он я знаю, костюме... что там будет. Там будет бутылка с бухлом, они так часто делают, которую будет пить ребенок, и они будут смотреть, заметит это аниматор или нет. И, возможно, деньги подложат. И ребенка еще, возможно, потеряют. У них это где-то третий выпуск, всего три выпуска, как мне кажется, у них есть с детьми. Это вот этот с аниматорами, которые наряжаются, приходили в квартиру, и на Новый год. Может, еще какой-нибудь есть. Ну, спасибо, ты мне все заспойлерил, блин. Теперь у меня будут потрясающие эмоции. Но они каждый раз что-то новое выдумывают. Слушай, в нашем детстве аниматором были только наши родаки, вот что могу сказать. Нет, в нашем детстве аниматорами мы были себе сами, родители работали. А мы с 9 утра до 6 вечера сам себе предоставлен. Просыпаешься, дома никого нет. О, я знаешь, что недавно вспомнил, что ключи соседям оставляли. Типа ты выходишь, закрываешь, и чтобы с собой ключ не таскать, не потерять его, идешь к соседям, говоришь, можно я у вас ключ оставлю? А я так до сих пор делаю. Я вот только недавно вспомнил, что мы так делали. Удобно. Нет, я вообще не люблю с собой таскать максимально что-то в карманах. Там, да, если, даже телефон, мне кажется, если бы телефон был бы там в руке, было бы удобнее. Я бы хотя бы не зависал там в инсте, блин. Я бы там просто такой, алло, тебе до свидания. На веревочке. Так, чтобы висел. Блин, я помню, раньше такие были панасоники такие, прям маленькие. Да, там, я не знаю, как в них тыкали люди, блин. Одно время мода была очень-очень маленькие телефоны, а потом вот очень-очень большие. Или на кожаный ремень такая кожаная, закрывающаяся. А у меня такая была. Только у меня не закрывающая была, а вот так, знаешь, типа он был в кожаном чехле. Серьезно? Вот так, у тебя была такая? Вставлялся он вот так вот, короче. То есть тебе в один момент твоей жизни было 40 с лишним. Потом ты помолодел. А у меня авторитеты были только папа и соседи, блин, что ты хочешь, если я видел мужиков с мобилами, которые на поясе, я такой думаю, ну все, это, блин, он дал пизды Джеки Чану, блин, по-любому. Как бы, благо еще барсетки не было. Хотя, не успел. Я подумываю в таком образе ходить, если честно. Прям, знаешь, найти старую барсетку и такой гонять. А че барсетку, нет? Рубашку в штаны заправлять, в джинсы. В свитер надо в штаны свитер. Заправлять. Свитер. Да, вот. Чтобы он у тебя, знаешь, штаны еще так до пупа были. Ну, тогда прическу тебе нужно нормальную мужскую сделать. Полубокс с челкой такую вот. Да мне надо просто голову помыть, у меня все вот так вот ляжет, и все нормально. Меня даже мама не узнает, если я обычно так прихожу, так, знаешь, типа не уложившись. А так, ну, как бы это с рождения у меня такие красивые волосы. В общем, есть куда стремиться. Ладно, Смотрим. Давай погнали по аниматорам. Любой детский праздник – это настоящее испытание для взрослых. И слава богу, сегодня есть огромное количество ивент-агентств, которые могут прекрасно справиться со своей задачей. А мы, как заказчики, можем быть спокойны или неспокойны, обратившись в такие агентства. Конечно, у них там задание. Пусть ребенок сейчас спрыгнет с крыши, и мы проверим, заметит и поймает ли его аниматор или нет. Там как раз мы... навалили кирпичей. Вот пусть он на кирпичи прям прыгает. Рассыпали гвоздей. Да-да-да, вот. И разбили бутылок. Пусть еще там будет сейчас вариться, ну, бульон какой-то, да, с маслом, да, да. С маслом. Пускай бы ребенок руку засунет. Успеет ли аниматор его спасти в этот момент? Вытащит ли он его в руку? В конце шоу два ребенка останется. Голодные игры будут. И аниматор седой. Проверим, насколько профессионально и качественно они справятся со своей работой. Поехали! Если честно, вообще бы, ну, с детьми бы никогда не работал. Да, я тоже. Потому что, ну... Супер много ответственности. Да, особенно за чужим ребенком. Люди своим-то не всегда могут углядеть. Ну, как бы я помню, нас в детстве отпускали, типа, Толя, тебе 6-7 лет, иди гуляй во двор. Да, но все. Только во дворе. Да, да, и там где-то мы что-то лазили, что-то делали. Я в школу, там, ну, первый класс один ходил. Мне мама два раза проводила, сказала, все. Теперь ты дорогу знаешь. Так там близко было. Ну да, но все равно же как-то, знаешь. А я сейчас думаю,
Блин, может, меня родители не любили? Иди, иди. Да, иди, иди. Заблудись, иди. Сегодня Ренат Акзамов проверит услуги детских аниматоров в трех ценовых сегментах. Дешевом, среднем и самом дорогом. Итак, в самом дорогом ценовом сегменте я хочу найти контактный зоопарк. Вот такой симпатичный я нашел сайт. Называется компания «Анны Кранц». Заходим. Контактный зоопарк вы можете заказать не только на дом и в любое другое заведение, куда вы скажете. Прикольно. Блин, ну сайт такой, знаешь, самый дорогой сегмент, а сайт да. как... Не, этот самый дешевый сегмент. А, по-моему. Он сказал про самый дорогой. Сказал, да, может, я прослушал. Да. Может, они самый дорогой. Ну, блин, ладно. Наверное, самого дорогого начали, потому что он такой, видимо, хорошо себя показал. Ну, знаешь, смотри, я еще хотел сказать, сайт, в принципе, выглядит новогодним, потому что в основном заходит только, видимо, в Новый год на него и все. Они, а видимо, под Новый Дед год Мороза. Один раз его разработали или попросили дизайнера, можете включить нам новогоднюю тему? Он сделал, а потом они не знают, как его выключить. Слушай, они... думаешь, много в Новый год заработают аниматоры детские? Мне кажется, ну... Да, это как шиномонтаж в сезон, блин. Я подрабатываю на Новый год аниматором, наряжаюсь. А я шиномонтажником. Вот ну, вы видели в ТикТоке эти видео, где на детские утренники приходят люди в костюме Элджея и Моргенштерна? Вот это я и Никита, мы подрабатываем в масках, никто не знает. Блин, я понял, как стать идеальным бизнесменом. Как? То есть в сезон ты работаешь сначала шиномонтажником, потом идешь, ну, как бы заработал денег, идешь, короче, аниматором. 8 марта продаешь цветы, то есть как раз квартально зарабатываешь. Летом переезжаешь в Сочи и продаешь сувениры. И квас. То есть, и блядь, еще квас, то есть золотая жила. Я не понимаю, что люди копают золото, блин, когда можно летом в Сочи поехать и просто квас открыть, и все. Или просто попрошайничать. Мы смотрели ролик, там чувак просто попрошайничал, и он в день по 3, там, по 5 тысяч зарабатывал. Серьезно? Да. Охренеть, блин. Но попрошайничество много денег приносит. Блин. Поэтому там мафия работает. Не тут... Зачем мне высшее образование? А незачем. Ваше образование не нужно. Вообще образование не нужно. Если вы можете руку протянуть и попросить денег, вам все, образование не нужно, работа не нужна. Можете реально пойти и настрелять сколько? Да дофига. А если еще слезу из себя выдавить или у вас есть грудничок? А если еще рэп зачитать? Нет, тут уже тебе ничего не дадут. Типа, блядь, мы заколебали. Вас тут полно таких ходит уже сколько можно. Так что да, есть грудничок, и вы, женщина, просто идете с грудничком попрошайничать и плачете много. И лучше одежду испачкать. Золотая жила. По поводу кваса. Я просто знаю, что, знаешь, в мире же самый богатый человек Рокфеллер. Угу. И, видимо, второй это Очаковский. Нам нужно. Звоним. Алло. Добрый день. Какой страшный сайт просто. Я не знаю, блин, это... Они, видимо, детей напугать хотят скорее. Даже фотографии. Все краски, которые есть, у них. Скажите, мы хотим... Я сейчас квартиры ищу, как да, ты знаешь, в Питере. Я смотрю на объявления, я уже реально думал записать реакт на объявления, которые висят. Потому что такой, ну, типа, условно, колхозинг там есть. А некоторые ну, просто так фотографируют. Просто, знаешь, уголок сфоткал человек, и все. И диван сфоткал. Пишет 65 квадратов, там, да, 80 тысяч. За что 80 тысяч? Куда эти? И думаю, что? Откуда такие деньги? Бля. Ты еще, если в центре Москвы посмотришь, там вот какой-то фетиш на шкафы. Я как-то видел просто прям коридор из шкафов. Там вот это бабушкины зоны. Арка из шкафов перед дверью уменьшает комнату вот где-то вот настолько. И еще сам коридор из шкафов. Все в шкафах. Прям фанаты шкафов. А ты помнишь, когда вот в доме было типа куча стенок просто? Ну, то есть стенка, которая занимала всю комнату. И в этой стенке были вещи, да, там, посуда. Да. Там-то. Я вот помню, вот сейчас я как бы живу, смотрю, думаю, нахрен стенка. То есть у меня ни одной стенки нет, один шкаф максимум. Я думаю, а как мы сейчас живем без стенки? То есть, да, без этого, где вот все в этой стенке были? Все фотографии. А это потому что балконы сейчас есть. У нас не было балконов. Ну, у меня-то был балкон. Ага. У меня даже на балконе стенка была, я тебе так скажу. А там уличная одежда висела, гардеробных не было. Да у нас и шкаф был для уличной одежды. Ты помнишь, смотри, просто помнишь, заходишь ко мне домой, слева был шкаф с уличной одеждой.
в спальне был у родителей, ну, типа, с обычной одеждой, то есть, да, повседневной. Угу. Потом в зале стенка, где просто все вещи мира были. Я сейчас, погоди, что-то вспомнил. У тебя, случайно, не было плаката с «Титаником»? Был, я фанат «Титаника» был. Я помню, что-то я у тебя в гостях был, и мы уходили, и ты такой, все, и ты лег на диван, включил «Титаник». То ли «Титаник», то ли что-то такое, и наслаждался музыкой. Я от этой... Это же «Селин Дион» пел, я не помню. Я от этой песни... Я от этой песни просто, я, знаешь, люди сейчас мантру слушают, да, там, типа, расслабляются, там, так далее, йога. Мне эта вся чушь непонятная. Для меня «Селин Дион» тогда была, то есть, вот все. Я, мне сколько было, я не помню, «Титаник» был в 97-м году вышел, мне было 7 лет, что я там понимал, что... Ну вот это вот... Ты прям воспоминания разблокировал, еще одно, я помню, ты татуировки набивал. Ну, конечно, да, ко мне все соседи приходили, которые сидели, ты что, не помнишь? Не, ну у тебя, я помню, у тебя на пальце была татуировка. Да что ты там такое, да, я вообще же отторгой был в свое время, сейчас я, блин, добрый там что-то еще. Я раньше еще людей грабил, бутылочки, розочки делал. Заказать контактный зоопарк получится? У нас три программы на выбор. Это сказочный зоопарк с маленькими пушистыми зверюшками. У нас есть экзотический зоопарк с рептилиями и с экзотическими животными. И эксклюзивный зоопарк, там только редкие животные. Вы можете взять базу. Альпака, дикобраз, лиса, насуха, лемур. Ну вот дикобраз. Дикобраз и лиса. Насуха. Насуха? Насуха. Насуха, а есть насруха. Такие животные. Программа, например, с пушистиками. Ага. И к ней прибавили живое животное, которое вам нравится. Насыха – это девочка, да, видимо? Да, самка насуха. Для детского праздника мы заказываем обезьяну, крокодил. Нет, это вот когда один из партнеров петингу не уделяет внимания, тогда насуха случается. Бля! Дикобраза и енота за 40 тысяч рублей. Ё-моё! Лисички, еноты, обезьянки. Эти животные даже меня умиляют. Ну а детей приводят в неописуемый восторг. Ивент-агентства об этом прекрасно знают и готовы доставить вам домой с... Я помню, когда я маленький был, ну, то есть мы ходили в цирк с папой, сфоткались с обезьяной. Эта обезьяна батю за палец укусила. Укусила прям. Ей что-то давали какие-то, знаешь, типа палочки, наверное, кукурузные, что-то, я не помню просто, да. И она, видимо, перепутала, ну, а папа такой, знаешь, типа, сидит рядом со мной для фотки. Она берет такая, короче, херакс его за палец, он такой сидит. Я, типа, я, наверное, умру теперь. Жесть, еще не было никакого заражения. Его спасла водка. То есть сначала снаружи, потом внутрь, все. Ну, я так думаю просто, я не помню уже. То есть я помню, что она его укусила, и все. Зоопарк. Помогать в эксперименте нам будут маленькие агенты и семейный психолог Наталья Линькова. Здравствуйте! Итак, я ожидаю от данных специалистов полную безопасность для детей. Да, сейчас просто мертвых животных выкладывают. Вот он, трогать, это контактный зоопарк. Мы нигде не говорили, что они будут живые. Мы же не Вы че, это ж, блядь, дикие животные, они покусают детей, поэтому вот, да. Свежие сегодняшние. Уроки биологии. Берем скальпель и разрезаем животных. Блин. Мне ну, похер на вашу детскую травму. Енота мы вот по дороге сбили, вот привезли. Трогайте, если хотите. Я вам, правда, задние лапки отрезал, потому что суп захотел. Ой, ужас какой. Зато вкусно. Вчера ножи точил, палец порезал. Просто у Юлика пальцы такие точнее, не острые, такие, типа, как камни. И он короче, нет, я хотел точно нож до бритвенной остроты заточить, но не получилось, потому что недостаточно там мелкий абразив. Мне кажется, сколько ножам твоим уже? Год есть, два? Не, года нету. Просто мне кажется, блин, все равно, что они рано или поздно теряют свои свойства, даже когда точишь их уже. Нужен такой, прям, знаешь... Да не, у меня точильный камень двухсторонний, с жестким абразивом и мягким. Мне нужен, который такой крутящийся, знаешь, машинку такую врубаешь, и просто чтобы искры летели на весь дом. Блин, можно, очки одень, который... можно разобрать самокат электронный, электрический, и вот как-то приделать. Да даже разбирать не...
держать вот так, а я затачиваю. Даже разбирать не обязательно, просто, знаешь, колесо поднял заднее какое-нибудь, там, знаешь, его как предел точильный камень, просто, да, знаешь, подгазовываешь, да. И сам такой, вот, отлично. Максимально качественный, хороший сервис. Вау! Легко их впечатлить. Это пришли альпаки. Животные на месте. А это значит, что настало время проверить аниматоров на внимательность. Обрати внимание, что парень в белой футболке – это наш тайный агент. Он намеренно сейчас выпивает алкоголь. Бедный. Не все животные любят запах алкоголя. Какой тайный агент? Основное количество людей, которые на празднике. Просто... Тогда я тоже тайный агент. Это может стать опасным для детей. Вот. Ну, то есть аниматоры об этом должны сказать. Ну, предупредить в любом случае. Меня каждый раз поражает в этом шоу, что они говорят об опасности, но ничего не делают. Они говорят, это может стать опасным для детей. Следующая моя мысль. И так, почему вы ничего не делаете? Вы хотите, чтобы ребенка покалечили? Реально? Чтобы было шоу. Это дичь какая-то. Конечно. Бывают же животные, когда чувствуют запах алкоголя, становятся агрессивными. Да. Это нормальное поведение для животных. Никто так и не сделал замечание выпивающему взрослому. Повлияет ли это на поведение животных? Ксюш, он меня укусил! К нему сейчас альпака подходит. Мужик, ну ты заебал бухать. Налей. Как бы мы тут... Мы пашем. Меня укусил! Стоп! Альпака только что укусила маленькую девочку. Мне кажется, не кусала. Наташ, посмотри, вот наш тайный агент Вадим только что снял видео. Альпака укусила нашу маленькую Ксюшу. Как ты это прокомментируешь? В слюне может быть все, что угодно, любые бактерии, любая инфекция, которые передаются. Да? Прокус поверхностный не доходит. Давайте не будем вызывать врача, делать какие-то уколы, а просто еще чуть-чуть посидим, ну, снимем что, шоу. Девочка поплачет и все. И умрет. И все. Да, и может даже плакать не будет. Чья это вина? Аниматор должен смотреть, безусловно. Мы с тобой понимаем, что животное имеет право делать то, что ему хочется. Аниматор же ни на что не смотрит, и у нее в голове только крутится 40 тысяч. Неужели нашелся лох, который за это заплатил 40 тысяч впервые в жизни? Я так счастлив. Наконец-то я откуплю этих животных. Но аниматор должен быть рядом. То, что мы с тобой сейчас наблюдаем, аниматор стоит спиной ко второму животному. И не видит. На каждое животное должен быть... Я не могу понять, она же семейный психолог, а не профессионал по анимации. Так же сказали, нет? Семейный психолог, да. Да, а что сейчас как-то... Мне кажется, ее оценка, ну, как бы, достаточно правильная, но не объективная. Неквалифицированная, да. Да. Так можно и мужика с пузырем спросить, что он думает. На площадке появляется питон. Подожди, а что это? Что это? На Машу сверху положили змею. Вот так вот. Смотри, и уходит. И уходит, посмотри. Он просто сам боится, он смотрит реакцию. Мы только купили нового питона. Питону нужно кушать вообще-то. Поэтому я сейчас его оставлю и уйду. Он ее такой душит, девочка. Все отлично, все как надо идет. Заберу сытого питона. Ушел змею на шею ребенка, он ушел. Мы надеемся, что змея безопасна для ребенка. В плане укусов. Конечно, безопасная. Змею накачали чем-нибудь, чтобы она полуживой была. Ну, или перекормили ее как-нибудь. Я или пофиг, так. Да. Секундочку. Но рядом же нужно находиться. Взрослым. Рядом нужно находиться, потому что кроме укусов есть еще и сильнейшая мышца змеи, которая может окутать ребенка. Может, знакомство с дикобразом пройдет безопаснее? Это же дикобраз может в иголку тебя воткнуть, и эта иголка может там... Крутится, и они разлетаются. Блин, ну вообще какая-то... Лучше бы ежика тогда взяли, блин. Мне кажется, дикобраз очень опасная тема. Дикобраз эффектней, чем ежик. Дикобраз – это как следующий уровень, как у покемонов. Следующий уровень эволюции. Да, прокачался. Ёжик, дикобраз и потом что-то еще. Просто для меня ёжик – это мышка, а дикобраз – это уже крыса, знаешь? Да. Они реально гладят. Посмотри, кто-то хоть из взрослых сопровождающих контролирует процесс, как дети гладят дикобраза или нет? У
У дикобраза очень острые иглы, и проткнуть руку ребенку ему не составит никакого труда. Ну, может, научится чему-нибудь ребенка. Почему дикобраз как птица орет? Слышишь? Рядом с дикобразом не присутствует наблюдатель. Потому что наблюдатель занят. Аниматоры и так не успевают следить за всеми животными. Так еще и приносят крокодила. Бедный крокодил. Достали крокодила. Ну так смотри, смотри, он дергается. Слушай, главное, чтобы он не прокусил. Да, Это издевательство какое-то над животными. Ну да, ну в смысле не бойся еще. Она первый раз в жизни, этот как его держит крокодил, он сейчас дернется, она его отпустит, он побежит. Это как ты, помнишь, когда стрелял с ружья в детстве? Да, просто от шока я его выронил. О, был такой случай, что мы отдыхали как бы, ну, семьями, ну, там, на пляже, там, или там, ну, какая-то зона была такая. Берег Волги, да. Да, берег Волги. И там дядька был один с ружьем. Такой, ну, как его что-то достал. Начал его чистить, все такое, как бы там... Он говорит, хотите стрельнуть, якобы? А он еще когда чистит такой, знаешь, что боится больше всего ружье? Мы такие маленькие, если его нет. В песок уронить. Да, если его в песок. А мы на пляже находимся просто. И помню такой... А он мне так еще вносил. Это типа прям, ну, я такой гиперответственный, такой выстрел, ну, удар, больно, короче, все такое. Думаю, блин. А сколько тебе лет было? Ну, я не считаю... Сколько ты меня? Года два ты меня младше, получается, на три, да? На три. Да, три. Ну, мне лет, наверное, 9, тебе 6, наверное, было. Не, не настолько маленький был. Под чуть-чуть постарше. Ну, прям пипец, ну, маленький. Ну, 8-10, пусть да, будет так. Да, нахера он мне так... ружье, да. О, да, и такие, типа... Задачи. Да нет, там еще просто, знаешь, мои же батя все такие, типа, мужики, давайте, что мы, все же, что же, мы как, знаешь, дети викингов были, как будто там так далее, с детства должны убивать, охотиться, блин. И он такой дает тебе ружье, ты такой шмаляешь, и тебя будем сильно вибрации, ты такой, просто, я помню, поднимаешь, такой, и бросаешь. Не, я не помню такого. Вот ты вот так, ну не сильно поднял, ты вот так его поднял и отбросил от себя. Я помню, что я стрельнул, и он у меня, как обратно, он меня вылетел. Но может, я плохо помню. Может быть, как бы, знаешь, у тебя так от шока был, но со стороны выглядело это так, что ты типа ты его взял и вот так как бы поднял чуть-чуть и выбросил, короче. Я прям смотрю, а у меня уже все в глазах, это, знаешь, замедленный, потому что вот его слова в этот момент, песка боится. И он просто такой падает в песок, и вот, знаешь, прям полностью так окотывается в песке. Я такой думаю, капец. А, нехер было ребенку ружье давать. Я его наказал, научил жизни. Во-во. Урок вот дал. Вот. Вот так вот, дядь Леша. Не благодарите, дядь Леша. Да-да. Пит. Смотри, как шипит. Слушай, какое издевательство над животными? Если честно, да. Мне тоже жалко. Страшно? Ну, конечно, страшно. Даже мне страшно. Даже нам страшно. Не бойтесь, у него рот закрыт. Подстава года. Маш, развяжите пасть крокодилу. Скажи, ты хочешь получить красивую фотографию с открытой пастью? А можно крокодил? Им все равно на детей. Развяжи. А если он их кусанет, вот реально? Он их кусает. Это первое, что он сделает. Да, у меня просто, знаешь, если бы я был бы ребенком, меня кусил бы крокодил в детстве, я бы такой думаю, ну все, пипец, я вообще с животным теперь не подойду. Потому что если меня в России укусил крокодил, насколько я невезучий, блин. Что... А крокодилы еще, знаешь, как они кусают и начинают вокруг своей оси крутиться. Да, да, чтобы да. Чтобы кусок да, мяса вырвать. Разрывают свою, как его. Ну, я не знаю, это в воде они так делают, я не знаю, на суше они бы так делали. Но нет, если хотя ему него... будет обо что опереться, то, конечно, он так сделает. Ребенок без пальца останется. Ну, пасть развязать ох, блин, нельзя. Нет, нельзя, ты что, он сразу укусит. Нельзя, а, говорят. Отлично. Молодец. Ну, здесь мне девчонка плюс. Вот это прям я нравится. Не и Ренат такой, все равно снимай изоленту, он тебя не укусит. Снимай, да, снимай. Будь плохим ребенком. Что, Юля молодец. То Юля молодец. К работе Юли у нас претензий нет. Вот это да, вот это работа. Сказать нет, ты что, с ума сошла, не снимай, тебя укусит. Молодец. Вау. Класс! Вот бы всех за это хвалили. Ты не насрал на стенку туалета, а насрал в унитаз. Молодец, премия. Ты лучший чувак в офисе. Класс. Аниматоры по-прежнему не успевают следить за животными. Бедные животные. Сейчас их ждет еще одна проверка на внимательность. А теперь, Наташа, операция «Подстава».
Маша, у меня к тебе просьба. Возьми какое-нибудь животное и... А к заму все хочет, чтобы какой-нибудь ребенок пострадал. Mm-hmm. Чтобы кто-то кого-то укусил, там, не знаю, конечность оторвал, и он такой... Кайфует. Вы попадаете в черный список. Да, и я уверен, что в конце он еще выйдет такой и скажет, ну, вы понимаете, как бы ваша работа не совсем такая прям была он хорошая. Он выйдет и скажет, это было просто замечательно. Вы такие молодцы. Мне очень все понравилось. Но знаете что? Но есть небольшой минус. Да, минус в том, что вы конченые, уебаны, и все делаете неправильно. Но вы молодцы, но уебаны. И ты стоишь такой, что происходит? Я будто с абьюзивной матерью живу снова, и мне снова 12. Почему он и хвалит, и ругает меня? Что мне это делать? Это воспитание кнута и пряника, знаешь? Да. А поскольку Акзамов кондитер, он в пряниках знает толк. Да, и в кнутах, наверное, тоже. Смотри, альпаку. Ну, это уже другая история, это не про черный список. Это закрытый клуб, где у него кляп во рту. И на сосках такие рюшечки висят, крутятся с ними. Туда не всех пускают, только победителей из шоу-кондитера. Наш маленький. Или он только еще... проигравших из шоу-кондитера. Неизвестно. Нет, проигравших шоу-кондитер как бы должны наказывать Акзамова. А победители смотреть. А разрешение спрашивают у своей жены. Я такое видел в сериале. Я не придумал. Это аниматоры. Ведь ребенок остается животным без присмотра. Верните Гришу! Кузя без Гриши не может! Вот смотри, он реально у нас в доме. Обрати внимание. Смотри, аниматор тоже пришла. Угнать за 60 секунд просто. Детская версия. А альпака за что? Что происходит вообще? Нихера. Самое главное, Гриша... Тат переживает, а это нормально. Такой, это, пойдем. Это Гриша, знаешь, вообще абьюзер. Я не знаю, как с ним живу. Это как бы, он сказал, что он нормальный лама, он с крокодилом, флиртует. И вообще мне внимания не уделяет. Я даже крокодилу рот перевязал, потому что невозможно на это смотреть. Они в Тиндере постоянно переписываются. Сосаться с ним пытаются. Да, вот. Я ему говорю, он тебя откусит морду, нет, он все равно к нему лезет. Молодцы. А что будет, если дети унесут и спрячут змею? Наши... Блин, ребенок уходит в комнату, где нет камер, и в этот момент начинают питон их как бы душить. Они такие типа, ой, аниматоры как бы работают не очень. Да. А питонок уже... О, питонок. Ребенок-питонок. Питон уже наполовину проглотил ребенка, там уже, знаешь, чисто ноги торчат, такие болтаются. Ну, не успели. Но если с ног начнет, то еще более-менее. Он хотя бы дышать может. Он хотя бы может петь гимн в этот момент, знаешь. Он в баню. Естественно, она не включена, не переживай. Слушай, а они осознают опасность? Секундочку, почему они не видят, что нет питона? Три аниматора. Опасная змея. И ни один человек не видит. Три аниматора. Неужели не могут проконтролировать, что делают дети? Тем временем питон уже более... О, он в состоянии, я не слышу хруст безе. Настоящий русский бань. Счастлив, он слышит хруст безе, потом просто счастлив. Ну вот насколько он может себя чувствовать рядом с детьми, с женой. Потом нормальное состояние. Плохое состояние, несчастье, и потом не слышит хруст безе. Эмоциональный диапазон Рената Акзамова. Ну, если ему плохо, он ест маршмеллоу. Жидкий. Тема. Это тема, я очень люблю. 40 минут питон провел в доме. Питона все-таки находят. И праздник завершается. Все, ребята, скажите Грише и Кузеньке пока. Ну, он так к этому питону относится. Я думаю, когда они собираться будут, он его вот так вот на локоть намотает и в багажник кинет. Нормально. Стяжкой затянет, чтобы не разворачивался. А когда в тачку сядет, просто в прикуртель воткнет и потом в айфон. Такой. Ну, все нормально, заезжает. Ток идет и все заебись. Я бы подумал такой, типа, блин, какие избалованные дети. Взяли сначала ламу утащили, потом питона утащили. Вообще так невозможно работать. А реально есть, мне кажется, такие дети. А дети, просто... они еще очень быстрые, их еще очень много.
Мне кажется, сейчас еще типа родители стали некоторые сумасшедшие. Потому mm-hmm. вот я слышал историю про то, что в школе происходит, и там приходит мама чьего-нибудь ребенка, начинает там руки набрасывать, ну, с руками набрасываться на учителя, кричать, что она платит вам деньги, и, то есть, мой ребенок самый лучший, он не тупой. Это вы просто его неправильно. Если платит деньги, то да, имеет право. А это же учитель. В школе, блин. Не в частной? Не в частной. Просто... Ну, там, знаешь, условно, там на ремонт сдавают, еще что-то такое, вот как обычно. Принято. Поэтому, не знаю. Ну, мне какие-то страсти все время рассказывают. Я вообще боюсь, вдруг я тоже стану каким-то таким родителем, скажу, что мой ребенок... конечно. Все ими становятся. Но если ребенок учится на двойке, то это проблема вообще не родителя, это проблема преподавателя. Ты его учишь, ты ему знания даешь, ты не смог его заинтересовать. Получай в лицо кулаком. Все честно. Учителю двойку. Ну, не, мне кажется, тоже воспитание родителей зависит. Если родители, ну, никакого интереса, знаешь, к знаниям у ребенка не проявляли, ну, то есть, любопытство. Поэтому... Если ты нарушаешь правила дорожного движения и врезаешься в тачку, кто виноват? Тот, кто тебя обучал, или родители? Или ты? Ты. Ты же нарушаешь правила дорожного движения. Блин, другой пример тогда нужно. Ну, допустим, тебе нет 18, ты за себя ответственности не несешь. Угу. Родители или те, кто тебя учил ПДД? Ну, ПДД ты... Нет, кому ты сдавал ПДД, соответственно? Вот. Но ты сдаешь ПДД компьютеру. Ну, ты понимаешь, как мужику, соответственно... значит, компьютер виноват. Вот все правильно, все проблемы от игр и компьютеров. Он такой, знаешь, лежит там, знаешь, на больничной койке где-нибудь уже, там со сломанной ногой после аварии, смотрит фотки компов, такой, сука, вы испортили мне жизнь, ах ты Макинтош. Ну, не знаю, блин, я вот так вот представляю, возможно, как бы я не прав, но родитель, грубо говоря, знаешь, приходит домой, все время там сидит, пялится в телек, ничего не хочет делать, там ни разу даже книжку не прочитал и ребенку не сказал, что давай там, ну как-то не заинтересовал его ни в какой учебе. И, соответственно, ребенок приходит тоже такой, типа, ну все, учите моего ребенка, у нас на него времени нету. А ребенок просто на примере своих родителей никогда там, ну, видит, что он ему отдает просто смотреть ТикТоки, а батя смотрит телек, там, не знаю, пьет пиво. Почему у него должно быть желание появиться учиться? Как бы родители живут нормально, так я тоже, значит, так буду жить нормально. Ну, вот у меня такое ощущение. То есть тут какой-то все равно должен быть баланс. Да, если учитель... попрошайничать можно пойти. Всегда кэш можно, да. Да. А если еще будете, да, через какой-то... Ладно, все. А если ты еще видеоблогер, тебе столько денег надают. Не знаю, мне не давали. А ты плохо просил, надо слезу давить. Говорит, блин, я домой ехать не могу, карта заблокирована, телефон сел. Да, вот номер карты, если что. Ой, я знаешь, как сделаю, типа, днюха будет. Они если скажут, что, поздравление сюда. Не-не, это нужно лично выпрашивать. Если скажут, мы тебе такси закажем, надо говорить, нет, лучше налички дайте, я сам, вот тут дешевое есть, я дешевле поеду. Да, это как попрошайки, знаешь, подходит, у меня хлеб денег нет, ну такой, ну давайте хлеб куплю. Да пошел ты в жопу своим хлебом. Да. Ну что, я тебе хочу сказать, что в принципе картина ясна. Пошли познакомимся с нашими аниматорами. Добрый день. Меня зовут Ренат Акзамов, программа «Черный список», телеканал «Пятница». Мы за вами наблюдали все это время. Со своей стороны увидели большое количество плюсов и, к сожалению, определенное количество минусов. Мне очень понравилось, что у крокодила была перевязана пасть, чтобы животное не укусило конечно, детей. Это безопасность, да. В первую очередь. Да, отдельно у меня плюс еще, что здесь написано? Юля молодец. Юля молодец. Мы вами восхищались. Да. Отдельный плюс, Юля молодец. Это такой, знаешь, такая, читает, похвал Юля Акзамова. Она такая читает, Юля молодец. А зачем вы нумеруете нумерованные списки? И он сразу тему переводит. Так, смотрите, следующий минус. Зачем он? Зачем? Там же есть цифры. Никогда я не успокоюсь. Я просто начну так же делать, и все. И потом тебе, знаешь, подкладывать бумажки, чтобы ты думал, зачем я это делаю. Я с ума сходил. Да. Неужели все так делают? Знаешь, я недавно говорил в своем ролике, что мне один раз показалось, что я сошел с ума. Потому что мне показалось, что я типа сижу и пишу реакцию сам с собой, думаю, может быть, это нереально, может, мне вообще кажется, может, и снится. Почему я сижу один сам с собой, разговариваю в камере, там и так далее. То есть я думаю, что происходит, блядь, почему я ёбнулся в момент какой-то. И понимаешь, даже я сейчас сижу все равно ж один. Ну да, дома. Да. Мы даже не вдвоем. Возможно, это все в башке у меня просто.
Ой, блин. Нет, мы сейчас будем еще играть в онлайн-нарды. Я себе друга Юлика выдумал, мы просто сделаем. Онлайн-нарды вариант вообще. Может быть, попробовать. Да, да. Мы тут сейчас часто начали играть. Да. Ну, у меня друг приехал, тут он тоже нардист. Что, ты побеждаешь? Ой, ну у нас, короче, 3-3 по партиям. Угу. Надо преподавателя нанять себе, чтобы научил играть. В кальянку где-нибудь подцепить. Знаешь, типа, такой чувак. Ну что, пару уроков, братан. Как куш делать вовремя? Там как-то, я не знаю, секретно нужно выведывать, потом стена отъедет, и ты зайдешь, и там будет мастер игры в нарды сидеть, и он тебя научит всему. Да, у меня такой будет чефирчик. И да, он тебе скажет, я скажу, ну что, когда начнем играть? Он такой, сначала тебе нужно покрасить забор 1000 раз, вверх-вниз, и будет как в «Малыш-каратист». Он будет давать мне кучу заданий, которые вроде не относятся к игре, а потом окажется, что относятся. Он такой, ты покрасил, теперь ты умеешь кидать кости с теми числами, которые тебе нужны. Я такой, как краша, кидая кости, там 6, 2, 5, 3, 1, 1, все что угодно. Ты еще будешь спать с костями в руках, знаешь, чтобы ты бросишь всех своих родных и такой просто все время... Не-не-не, там засыпаешь на руки, он тебя палкой бьет. И что-нибудь спрашивать, типа, я не знаю. Шеш-беш или нарды? И такой шеш-беш. Правильно. Уважаемый человек не скажет, что нарды. Внимательно к животным. Прям реальный профессионал. Но рядом с вами присутствовало еще двое аниматоров, экспертов, которые, наверное, не очень компетентны в этой работе, как вы. И дальше началось то, что мы видели. Два раза альпаки укусили детей сегодня. Ксюш, он меня укусил! Вы же видели, да, когда альпака укусила ребенка за плечо? У нас альпака не кусается. Не забыл, да? А, так мне кажется, она на самом деле не укусилась, честно. Возможно, просто за футболку дернула. А, больно! Конечно, да, если бы ее альпака укусила, она бы разревелась. Испугался. Это как в детстве тебя ящерицу ты ловишь, она тебя кусает. И кажется, что нереально больно, а на самом деле просто такой щип и все. Я так перестал бояться гусей потом в свое время. Потому что для меня гусей это была просто гигантская армия непонятных птиц. Потом Радик стал ходить с алюминиевой трубой в руках. Гуси больше не помер. Нет, я их просто начал сам кусать. Так же на четвереньках подходил. А, тебе приятно? Приятно, гусыня? И они такие, знаешь, гули-гули-гули, он ебанутый. Боятся потом. Да-да-да. Губками. Может быть, там, ну, если бы зубками, наверное, бы здесь кровь была. Унесли удава в дом. Удав отсутствовал на этой площадке более 30 минут. Отсутствовал удав с ребенком. Как вы считаете, это нормально или нет? И как? 30 минут я не наблюдала. Тот случай, когда ребенок душил удава один в комнате. Я там... А там видно, что удав-то за ногу зацепился, пацан даже распереживался. Он его прям закрутил. Блин, гребаный шоу. Я не хотел так умирать молодым. Если в любой момент любое животное укусит ребенка, у вас с собой же должна быть какая-то аптечка или какая-то неотложная функция. Сразу 40 уколов она достает ребенку в живот. А аптечки нету, но у нас машина всегда заведенная. На этот случай мы быстро съебываем. Но сейчас не 40 уколов, кстати, между прочим, а 6. Первый день, шестой день, потом через месяц, через 3 вроде бы, пятый, что-то такое там. У меня где-то справка. Суки, экономят. А я специально пойду 40 разделить на 6. Ну, где-то 7 нужно. Там же в укол в живот их колет еще. Вот, и я в 7 клиник запишусь, чтобы 40 уколов сделать. Чтобы через день делать. Там сегодня в одну, завтра в другую клинику. И везде мне по уколу сделают. По 6 уколов. 76-42, я же не ошибаюсь. Да, слушай, давай, чтобы как бы было тебя оправдать. Я приеду в Питер, я тебя укушу так нормально. 42, не надо. Да, и ты скажешь, типа, меня друг укусил, как бы, а он ебанутый, он с гусями дрался. Я поэтому боюсь. Пластыри, бинты, все это есть. У вас с собой-то есть? Да. А можно посмотреть? У меня в сумке все лежит. А можно посмотреть? Какой набор вот первой помощи у вас всегда с собой? Там сейчас дюрекс, маска, знаешь, такое. Так, ну, это вообще, это по другой работе. Да, для другого удава. А, мы с ней общаемся. Но вместо демонстрации аптечки, контактный зоопарк
решает от нас улизнуть. Куда они всегда звонят? Не понимаю, всегда какая-то кипиш начинается, и они сразу все со сложными лицами ходят, что-то обсуждают. Кому вы звоните? Не знаю, горячие линии по... Мама, меня обидели, что делать? Нас раскусили. Мама, меня фура задавила! Мама, меня фура задавила! Фура! Царский цирк Анны Кранц. Какое сложное название. Царский цирк Анны Кранц. Как будто скороговорка. Цицак. Цицак. Да, ну, очень, блин, сложное название. Ей терроробрендинг придется делать. Цак, это, блин, это как, знаешь, этот фильм был такой. Кинзадзад. Ну что, наши дети, контактный зоопарк вы сегодня увидели? Животных погладили? Да. Понравилось? Да. Классно. Дети довольны, это самое главное. Ради этой радостной эмоции сегодня мы это все организовали. Но... есть и другая сторона медали. Взгляд взрослых людей. Так. Скажу как отец. Безопасности сегодня мне не хватило. Нормально. Батя все время подстрекал, чтобы дети сделали какую-нибудь фигню. И как убили видите, себя. Моих детей в сегодняшнем нет. кастинге нету. Потому что я здоровый, адекватный человек. Не понимаю, кто вообще нам своих детей доверил. Я бы ни в жизнь это не сделал. Но, как видите, дети были на грани жизни и смерти. Они ходили сегодня по волоску. Я придумал, нужно черный список проверить на черный список, знаешь? Да. Так же их работу. Черный, это будет черный список в квадрате, прикинь. Да, да, Акзамов такое что-то выговаривает, и мы такие влетаем, типа, о-о-о, не торопись, братишка, мы сейчас тебя накажем. Не, знаешь, как будет? Ренат Акзамов сидит, и вдруг к нему в комнату заходит Ренат Акзамов, и он такой просто... Что происходит? Он из просто... параллельной вселенной. Да не, он просто, вот не знаю как, но заходит Ренат Акзамов, и он просто поплыл. Он такой, я что, схожу с ума? Это я, но я здесь. И он просто и сознание теряет. Там минус. Не, он такой, кто ты такой? И он, знаешь, показывает список с пронумерованными номерами, короче. Он такой, это точно я, но как такое может быть? Может быть, я это не я? И он смотрит на себя, не узнает. Да, у тебя под соском родинка есть. Брат. Я бы посмотрел черный список на черный список. Поэтому праздничную кампанию Анны Кранц мы заносим в черный список. Че у них дизайн страшный на сайте? А ты видел, у них автобус также разукрашен был? Реально, как сыр какой-то. Как им дизайнер продал им такую идею? Такая у них, наверное, вот обезьяны и енот все делали. На пару. Обезьяны верстал, енот подписал. Ренат ищет в интернете аниматоров с самым дешевым чеком. Нашел компанию «Зажигаем с малышней». Аниматоры, какой ужасный всевозможные сцен. Шоу. Короче, выбор огромный. Давайте обратимся именно к ним. Да название даже ужасное. «Зажигаем с малышней», блин. «Зажигаем с малышней». Да-да-да, это очень двусмысленно. Как я скажу, типа, ой, рассказать... я большой фанат детей, знаешь, и все, блин. Большой фанат детей. Не отмажешь потом вообще никак. Вы можете предложить на детский праздник? Есть химическое шоу, фокусник, бумажная дискотека. Химическое шоу, что оно себе представляет, интересно? Где крэк варят, а бумажная дискотека, это где там траву скручивают, знаешь? Это просто они как... Вы вообще понимаете, куда вы звоните? Какие дети? Да, да, да. Это скрытый сайт, на самом деле. Опыты с сухим льдом, жидким азотом, замораживание предметов, меняющий цвет жидкости, туман, дым... Взрывы. Съедобная какая-то история будет с этим шоу? Ну, то есть... Да, там мороженое. Но оно покупное, обычное, да, как бы в коробочке? Нет, мы его делаем сами из натуральных ингредиентов, замораживаем жидким азотом. Обалдеть, первый раз слышу. Часовое химическое шоу и мороженое. Да, можно просто сказать, что оно натуральное. Купить пломбир и сказать, мы его сами делаем. Плюс 500 рублей. Да нет, рублей. Там по факту, так понимаю, там, знаешь, какой-то йогурт, грубо говоря, это налить жидкий азот, он все равно же как мороженое станет. А все, зачем? А зачем тебе жидкий азот тратить, чтобы мороженое какое-то сделать? Ты просто мороженое типа тихаря туда кидаешь такой, оп. Не, а, они типа мороженое при них делают?
Да. Они мороженое при них делают. То есть там они заливают, я так понимаю, какие-то продукты туда. Ну, как бы я в этом, типа, я смотрю такие шоу. И как бы потом просто в азотом это все замерзает, и уже типа мороженое готово. А по факту я просто замороженный продукт. Придумал очень экономное шоу. Ты приезжаешь с флешкой, вставляешь ее в телек, показываешь всем, ну, вот все вот эти фокусы, а потом деньги с них требуешь. Ну, вы же посмотрели. Все, я вас повеселил, давай. Это как диджея вызвать на вечеринку, да, он приходит с флешкой, тоже вставляет и такой чисто винампик открывает и... Раскачаем сейчас вас. Мои сеты, погнали. 128 ударов в минуту, ребяточки. Цена 8300 рублей. Нормально. О, здравствуйте, мои юные друзья. Так, смотри, Наташ, зашли, поздоровались. Ты знаешь, меня пока удивляет его внешний вид. Я почему-то уверен, что он переоденется. Потому что, когда мы искали вот эту услугу у них на сайте, то мы обнаружили красивый образ некого профессора, сумасшедшего такого. А здесь... Так это стоковая картинка, это не их картинка. Сейчас я даже проверю. Сейчас, секундочку. Я ее заскриню. Ты посмотри, нет, это их фотография. Аниматоры. Я нашел сайт, на котором вот эта картинка, и она там не в одном варианте, ее там... Это прям целое шоу, там куча этих фоток. А у них сайт как называется? Натырили и все. Зажигаем с маленькими. С малышами. Они реально спиздили это с другого сайта. Совершенно нормальная история. Ну как нормальная история? Ужасная история. Я недавно с такой же ерундой столкнулся. У меня друзья, как знакомые, владеют клубом гимнастики здесь. Не буду говорить название там и так далее. Вот. И в другом городе, для нас с тобой очень близком, есть совершенно точно такой же клуб, точно с таким же названием, с таким же логотипом. Даже, типа, одежда как забрендирована для детей. Вот все точно такое же, короче. Прям вот от и до. Они просто все прям... Вообще все смыслили. Да, судебную претензию пусть пришлет. Ну, они как этим занимаются. И вот что, они моих знакомых просили якобы там залететь туда хотя бы, пофоткать. Я говорю, у меня таких знакомых нет. Есть. Ну, применяется. Нет, большим как бы если старанием, то можно сделать. Но там владельцы клуба, скажем так, известные личности, поэтому я думаю, мало кто рискнет. Ну, как бы они уже с ними общались, они что-то убрали, а потом обратно, а что-то можно, оставили. Можно зарегистрировать торговую марку и всякие изображения. А моих знакомых это запатентованное. Тогда вообще в чем проблема? Ты эту услугу у них на сайте, то мы обнаружили красивый образ некого профессора, сумасшедшего такого. А здесь человек обычный в гражданской одежде. Неужели аниматор будет проводить шоу в таком виде? Он пошел переодеваться, кстати. О, слушай. Он пошел переодеваться. Вполне возможно, все хорошо сейчас будет. К нам будет сумасшедший профессор. Он снимает сейчас такую, футболку, а там купола, кресты набитые, тут солнцестояние какое-нибудь. Он такой... Тяжело найти работу. Хорошо, такой, хоть сюда взяли. Такой, лучшая работа в мире. Но он неплохо выглядит сейчас. У него эта шляпка, бантик. Для меня пока он выглядит уставшим, знаешь. Он такой заходит. Вот так вот. Ну, уже что-то. Уже более-менее. Да. Меня зовут Алехандро. Да, профессор Алехандро. Многие называют чокнутым, потому что don't я люблю эксперименты. Алехандро. Я вам покажу, как же выглядит у нас жидкий азот. Вам кажется, что я наливаю какой-то кипящей воды. Но на самом деле жидкость действительно кипящая. Но на самом деле... В лицо тебе холодно, это холодная жидкость. Смотрите, теперь у нее лицо как стекло, бзынь, разбилось. Звоните в скорую, это непреднамеренно было. Азота -195°. Химическое шоу может быть опасно для детей, если не соблюдать технику безопасности. Для взрослых тоже. Прямо сейчас мы попросим нашего тайного агента приблизиться к жидкому азоту. Марсель, можешь подходить ближе прямо к столу. К нему подходи. Так, Марсель, займи свое место, пожалуйста. О, как? Молодец. Мужик красава, да? Я сейчас тебе прям по носу въебу. Я не сяду второй раз.
Да. Один раз я уже отсидел 19 лет, когда начал заниматься этим шоу. Все, таких ошибок я больше не совершаю. Или я, короче, сейчас этот жидкий азот залью тебе в глаза, сделаю из них мороженое, твои друзья будут есть, а ты этого не увидишь. О, вот это напугает ребенка. Да, да. Молодец. Так, внимание, а сейчас... Вы знаете, что многие дамы в Баку Незавечной... Марсель расплакал. Многие дамы в Баку Незавечной могут обращаться за салон красоты. Как только Марсель отвлек... Мне кажется, он скоро в Марселе чем-то кинет, знаешь, ложка. Сиди, блин, такой. Он просто его может сказать. Марсель уходит в другую комнату, шоу смотреть не будет. Он говорит, Марсель. Так, сядьте, ребята, на свои места. Сядьте, дети, на свои места. Я пишу очень внимательный, очень. Чокнутый Алихан. Блин, ну чувак молодец, потому что реально химические элементы, блин, обжечься можно легко. Человек понимает, а Ренат Акзамов как будто не понимает, что детям можно увечья нанести вот этими проверочками. Ой, да, иди, да, хулигань. Он же ребенок? Он же ребенок, у него еще как бы не выработалась вот эта вот штука, что может как-то сильно что-то навредить. Ему взрослый сказал, можешь делать. Он и делает, да, он же, да, понимает, да, что это без руки палец в розетку. Да. Угу. Без руки может остаться. Внимательность. Посмотрим на качество его программы. Все, затыкай. Быстрее давай. Можешь большим пальцем. Ой. Давай еще разок. Ну-ка, Марсель, давай, соберись. Очень прикольно, детям весело. Сейчас бах, стекло разлетелось. И он такой... Да, колба лопнула, короче. Да, и он просто берет халат, протирает все ручки, которые он трогал, и медленно уходит оттуда. Меня здесь не было. И дети в осколках. Возможность попробовать. Давай! Игры в кальмары начались. Да-да-да. Блин, Марсель спрятался за шариком. Я представляю, как детям прикольно. О! Акзамов такой сидит. Завидует. Блин, представляю, как детям прикольно. Я бы тоже сейчас как пальчик в азот засунул. Да, блин, видно, видно, ему тоже хочется. Да-да-да. Смотрите, видите? Хочу, чтобы у всех сегодня было мороженое. Но желание обязательно исполнится сегодня. Даже я сейчас сижу здесь, даже мне прикольно. Он так еще сидит. Мне прикольно, блин, вообще капец. Так, могу я ребенком притвориться, зайти туда? Дайте мне бантик. И он такой, так, Ренат, ну-ка сел на свое место. Вообще, слушай, мы с тобой сами погрузились в эту атмосферу. Да. Давай напишу плюс. Он погружает в атмосферу. Может, Алехандро все-таки потеряет бдительность? И по... Ну, конечно, сейчас обдуется вот эта штука. Кислорода не хватит, он просто поплывет. Где все, что происходит? Нарушить технику без... Блин, да опасная штука, это что? Да. Марсель, иди возьми любую чашку на кухне и попроси, пусть тебе в эту чашку нальет азот. Да. Налейте в эту мне чашку азот. Нельзя. Сядь на место, Марсель. Я буду лить азот на себя, смотрите внимательно. Вот из Марселя делают плохиша прям максимально, знаешь, единственный вот все. А надо, знаешь, вот в начале шоу показывать, вот брать розу или там цветок, засовывать в азот, потом разбивать его о стол и говорить, что если вы будете неаккуратны, то такое может случиться с вашими руками там и прочим. Хотя детей это ничему не научит. Они все равно будут есть. Они такие, разбитая роза, так же хочу. Может, хочу пальцы разбить. Можно, ба, можно? Бам, нет пальцев. Нет, не надо. Это смертельно опасный эксперимент, займите все свои места. Слушай, он не дает ловушки использовать. Вообще, видите, как я дымлюсь. Скажи ему, пусть он тебе азот на руку нальет. Азот. А можно мне на руку азот налить? Нет, потому что Марсель, у всех лишнего. Марсель, ты заебал. Да, да, да. Я даже смотрю, он даже меня уже раздражает, блин. Знаешь, в какой-то момент он должен сказать, Акзамов, ты затрахал меня уже, блин. У меня сейчас тут реально тут пиздюлей. Акзам, я не такой человек, хватит демонизировать меня. Отлично. Алехандро, ты прелесть. Праздник подходит к концу, и завершается он... Кому-то сегодня перепадет. ...готовлением крио-мороженого. Для того, чтобы... Алехандро, Алехандро, Алехандро. Наполнит ее азотом. Настоящее мороженое нам понадобится... Забьет мороженое. Нет, ну как бы, понимаешь, как бы он ее не заморозит, но она явно обожгется. Да, да, да. Небольшое количество питьевой водички. Вот, пол-литра нам хватит. Во, берем...
волшебный концентрат для приготовления мороженого и молочных продуктов. Там сухое молоко, добавки, ванили. Скажи Адаму молоко. Он знает. Молоко просто. Наша следующая ловушка на внимательность. Наш агент попросит сделать мороженое из нашего просроченного молока. Согласится ли чокнутый Алехандро на эту затею? А можно из этого сделать? Не-не-не, из этого не надо. Вот у нас сейчас будет нормальное, настоящее мороженое. Это не мое, и вообще не надо это ничего трогать. Он очень ответственный, но он портит детям праздник. Сядь, мне ничего не надо, я из своего сделаю просто. Так может так он, чувствую... знаешь, наступал на такие грабли, поэтому же такой, ну, я понимаю, что дети ничего хорошего не предложат. Да. Поэтому я уже так сидел разочек. Отказывается использовать наше молоко. Очередная проверка пройдена. Мы сейчас с тобой смотрим, выискиваем ошибки и не можем найти. Ну, он правда молодец. Вкусно? Да. Точно перепадет. Пора познакомиться с чокнутым профессором при камерах. Величайший Алехандро всех времен и народов. Да. Гениальный художник. Гениальный аниматор. Приветствую, дорогой. Меня зовут Ренат Акзамов. Так. Программа «Черный список», телеканал «Пятница». А. Мы все это... Он такой, ладно... Пожалуйста, не звоните в полицию, я верну этот кошелек. Они такие, что? Ну, вы же видели, как я его вытащил? Они такие, в смысле? Не видели. А мы вам тут плюсов понаставили. Такой, плохой профессор, плохой профессор. Будьте плюсы. Обаяние в игре. Это не просто обаяние. Ты нас просто загипнотизировал всех. Причем всех, всю съемочную группу. Да, мы сидели в экранах, контролировали, наблюдали процесс и искали, где же у тебя ошибки. Но ты прямо магистр. Ты просто магия. Дальше. Да, семь детей. Давай. Ты просто четко один сам всех контролировал. И это было круто. Алехандро, прям красавец. С точки зрения использования инвентаря, это безопасно для детей? Конечно, конечно. Я же им конечно, все, конечно, что нет. Им безопасно, то есть я до них допускаю это. То есть они к этому имеют доступ. Вот, например, мороженое не едят, это все безопасно. А из чего оно сделано? Это специально, у меня есть сертификат. В машине лежит, могу. Цемент со стройки я взял. А если у кого-нибудь непереносимость лактозы? Минус, наконец-то! Жирнющий минус мы тебе написали. Лактозный минус тебе! Тварь! Ты ничего не получишь. И азот мы твой заберем. Сами вы попадаете будем. В черный список. Смесь сухая для приготовления мороженого. Молочных, да, сахар. Сахар, сливки, молоко сухое, цельное. Нифига. А кстати, друзья, а здесь у тебя где срок годности? Здесь срок годности. Ну, Николай, там он на коробках есть. Я потому что его брал. Внизу посмотреть, знаете, ну, штучку да, даже может быть. Нет, это все свежее, потому что у меня в коробках оно. Акзамов не перестает докапываться до него. Вот такой. Ты мне шоу не показал лично? Да, вот теперь... ищет до чего докопаться. Прям. Угу. Беру фирмы, там это, видите, комбинат Санкт-Петербург. Я хочу обратить внимание, что... Это сухая смесь. Что с ней станет в пакете? Ничего с ней не станет. Здесь уголок. Это же не мелкодисперсная пыль. В наклейке. Это мелкодисперсная пыль как раз, скорее всего. Понял. Вот он уголочек оторвал. Нихера. И он говорит, вот у меня есть основания думать, что это вышло из срок годности. Основания полагать, что эта продукция просрочена. Алехандро. Так там же есть QR-код. По QR-коду же можно проверить, я думаю, да? Не прав? Докажи мне обратно. Это не просрочка. Докажи. Ну, я сейчас... Всем слабим, блядь. Нету сертификата. Ну, сертификат там, да, там срока не указано. Вот, тоже. Поэтому сейчас доказать не могу, но чуть позже, конечно, могу. Значит, сегодня потребуем... Нет, неправильно. Надо было бычку включать и давить до конца.
Рина, ну... вы с ума сошли, я же детей этим кормлю. Вы думаете, мне проблемы? Я вашего Марселя стопорил тут весь вечер, блин. Говорит, это же молочка. Если она будет просрочена, они тут все потравятся. Мне такие проблемы не нужны. Вы посмотрите, как я работаю. Вы считаете, что я такой человек, который стал бы давать детям просрочку? Конечно, я же молоко ваше не взял с холодильника. Я не разрешил ребенку, потому что мое проверенное. Просто надо было чуть-чуть давануть и сказать, я пытался отодрать эту фигню, она не отрывается, сами попробуйте, с этого уголка оторвалась. Лучше защита на нападение. Конечно. Роспотребнадзора в обязательном порядке у любых людей, которые контактируют с детьми, организуют анимацию, должна быть справка. Мне кажется, сейчас дети даже расстраиваются от того, что Акзамов на него наезжает, потому что такой хороший дядька. Акзамов портит нам праздник. Ренат злой. Там ковиде. Ну да. Но сейчас у меня нет этой справки с собой. А медицинская книжка? Она есть. Еще до прививки докопались, я так понимаю. Жалко. Все хорошо, мужик сделал. Ну да. Блин, сколько, мне кажется, людей из-за этой пандемии работы потеряли, столько денег, проблем себе создали. Это просто... И сейчас чувак, наверное, знаешь, такой думает, ну наконец-то подработка есть за 8300. Это не с этими животными. Кстати, за 8300 всего для такого шоу неплохо. Я бы заказал такое. Просто себе домой. А что, блин, слушай, давай заморочимся. У меня же скоро день рождения. Закажем. О, найдем Алехандра, сядем, возьмем пирольки, будем смотреть, крышки вкидывать вверх. Супер, а замороченный мой пироль, а он сам бухой такой, бля, без проблем. И он такой садится, вот вы нормальные пацаны вообще. Я тут недавно попал на черный список. Этот да мы видели. Он мне всю карьеру, да, мы видели, мы за тебя переживали, дружище, ты че, блин? Мы вот тебя и взяли, знаешь что, по нашему мнению, мы тебе двойной гонорар заплатим, брат, а? Просека, пироль и азот, это наш коктейль будет, чисто наш коктейль, пацаны. Не-не, он такой, у меня свое такое, знаешь, сыпет такой. Это же сухое молоко было, ты что делаешь? Он такой, оно просроченное, заебись. А у него сопли из мороженого уже текут. Нет, там уже, знаешь, пироги испеклись, блядь, от этого всего. Так ты просрочкой детей кормил? Да. Всегда. Я на мусорке вообще нашел. Не все, все мы не без греха, ребят, вы же понимаете. И мы такие сидим, ё-моё. По правилам нашего проекта, Алехандро, у нас есть два варианта. Если человек безупречно выполнил свою работу, мы удваиваем гонорар. Если человек выполнил свою работу плохо, он попадает в черный. Почему нет каких-то полутонов? Например, там, выполнил хорошо, но с небольшими ошибками, и хотелось бы доплатить. Ну, вот мы в полтора раза увеличим. Не в два, а в полтора. Вот что-то такое. Или как там, думаешь, ну, он еще... ему даст денег вообще, нет? Нет. Он сказал, он признался, что это просрочка. Нет. Он признался? Да, оплатить 100 он оплатит в любом случае, но двойной не даст. Список. Как ты считаешь, этот гонорар может быть удвоен? Мое мнение, что удвоенный гонорар-то это одно, там, но черный список заносить тоже не стоит. Ну, я согласен, да. Не стоит его черный список. Конечно, Ренат, я за двойной гонорар и вам сейчас столько фокусов покажу. Давайте вы на камеру скажете, что нет, а лично мне скажете, что да, и дадите двойной гонорар. Я вам этого порошка принесу. Обязательно уголков. Да. Столько тортиков все сделаете, блин. Будет максимально честно сегодня поступить именно так. Я считаю, что Алехандро получает свой гонорар в полном объеме, а компания «Зажигаем с малышней» отправляется в наш черный список. Алехандро, я считаю, что это максимально справедливо, потому что говорить тебе, что я тебя заношу в черный список, я бы внутри даже не... Почему он к нему на «ты»? Некрасиво. Я это сказал. Я помню наше... Так он, подожди, он сказал, что я заношу их в черный список, компания. Но тебе мне не... Компанию, Да, а ему деньги дают. Листом. А вот эти маленькие моменты, у меня личная просьба, как отца 9-летнего сына, пожалуйста, доработай. А компанию я занес в черный список, потому что она даже не позаботилась
с чем приезжает ими рекомендуемый специалист на площадку к заказчику. Есть ли у него пакет документов, есть ли у него санитарная книжка. Этим должна заниматься организация. Не, ну, это все как бы по факту, я ничего не скажу. Ну, просто вот он вызывает у меня какие-то хорошие чувства, этим мужик. Он, ну, пятихат как... бы ему еще накинул так от себя чисто. Да, да, не важно, что тебя уволят. Спасет тебя эта пятихатка. Да я думаю, такие люди без работы не останутся. Таких компаний, наверное, полно. Ну, да. Друзья, на очереди средний ценовой сегмент. Давайте поищем компании посерьезнее. Сразу сайт «Веселая страна». В принципе, по сайту можно сказать, что компания большая, серьезная. Давайте к ним и обратимся. Давайте закажем очень добрых, каких-нибудь сказочных персонажей на день рождения девочки. Стоимость анимации с двумя костюмированными специалистами составит 8500 рублей. Нормально. А помогать в эксперименте нам будут маленькие спецагенты. Знакомьтесь, перед вами наш тайный агент Адам. Сегодня здесь появятся аниматоры. Твоя задача – помочь нам оценить профессионализм. Майор Пейн, блин. Реально. Да. Пальцем его сейчас сломает. Этих специалистов. Ты готов, Адам? Да. Через это устройство пизда. Я буду тебе передавать... Адам. Он мне напоминает этого, знаешь, миллионера из трущоб. Он его объясняет, как попрошайничать. Задание. Итак, Наталья, мы сейчас ждем принца и принцессу. Это компания аниматоров, которая называется «Веселая страна». Значит, стоимость их услуг 8500 рублей. Напомним, что в прошлом сезоне вот мы видел. Уже проверяли компанию «Веселая страна». Не справились. Проверка закончилась однозначным занесением в черный список. Заряд нарушен. Ну, конечно, там Оптимуса Прайма завалили. Его десептиконы не могут завалить, а тут дети. А также за то, что компания находила сотрудников в интернете, выдавая их за своих. Возможно, в этом сезоне компания да. «Веселая страна» они исправится компанию и покажет взяли. Себя с лучшей стороны. А зачем, если они их в черный список занесли? Ну, они типа еще... Походу, дело вообще нет никакого смысла, что компания заносится в черный список. Они такие, да вообще насрать. У них, знаешь, раз. Даже когда к ним приходишь заказывать мероприятие, там, знаешь, грамоты же висят, да? И типа, у них вот... скрин, то, что да, вот нас да. снимали. А мы, между прочим, вот из черного списка, вы нас видели, нет, самого ужасного. Не хотите испортить мероприятие? Мы готовы. По двойному тарифу. Да, по двойному. У нас теперь дороже. Блин, надо реально открывать агентство, типа, самый ужасный праздник, который вот реально приходит и все портит вообще, прям все ужасы. Такие все, кайф, вообще здорово, блин. Значит, Наталья, они пошли в баню. Там есть раковина, но нет моющих средств. По идее, они должны выйти и спросить, а есть ли у вас мыло или что-нибудь подобное? Увы, но аниматоры не спрашивают никого про зачем моющие мыться? Средства. Руки помыть с улицы. А, ну... Спрашивают никого про моющие средства, а просто смачивают руки и шею водичкой. Что касается костюмов, я так понимаю, сейчас они выйдут из этой двери роскошный принц и роскошная принцесса. Костюмы у аниматоров на нашем празднике и образы, представленные на сайте, немного... Я вот я себя вот ребенком пытаюсь представить, когда я вот был маленьким, да? Вот если бы ко мне бы вышел, типа, принцесса и принц, я бы сказал, ну и чё? Чё? Но ты... это для девочки все-таки. А, ну там... Ну, возможно. Так, блин, если вышел Бэтмен, это другой разговор вообще. Или Шрек. Но у меня батя чё, зачем? Слушай, она уже взрослая для этих костюмированных вечеринок. Вон сколько ей лет, 14, ну, наверное, да, 13, да. 12, 10, не знаю. Тяжело разобраться. Эффектного представления аниматоры решают с именинницей технические моменты. Маша, будешь пробовать? Скажи мне, пожалуйста, у тебя музыку можно где-нибудь колоночку включить? Ну, то есть сейчас он... Кто он так, знаешь, принцесса? Слишком, да, как слишком. Колоночку как подключить у тебя? Много контакта.
Угу. Это у именинницы, где с телефона можно включить музыку. То есть, получается, пришли аниматоры без оборудования. Они же могли с собой какую-нибудь колоночку принести, да, которая по Bluetooth работает. С телефона взяли бы, включили, и все бы уже давно двинулось. Прямо сейчас аниматоров ждет проверка на стрессоустойчивость. Операция «Золушка». Операция «Золушка» — это специальный сигнал для агентов. Сейчас дети начнут хулиганить. Посмотрим, как аниматоры успокоят детей. Он какой-то такой пацан с района, знаешь. Да. Хорош, что, не кипишуем, что. Он все уходит как вот так. Как его знаешь? Занесло вообще в это все? Ну, ты просто, знаешь, сидели где-то там в гараже такие. Слышь, есть подработка такая нормальная, прям... Ларек обнести? Не, принцем побыть. Чего? Это я люблю. Моя меня, знаешь, называет король, а принц я еще не был. Ферзем. Все хорош. Кроме как хорош. «Все хорош» от принца, мы ничего не слышим. Все хорош. Хорош. Следующего они его так, знаешь, затыкают просто. Он такой: «Все хорош, 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 хорош». Следующая проверка на внимательность. Наш спецагент имитирует распитие алкоголя. Посмотрим, остановят ли его аниматоры. Ребенок пьет коньяк, но как бы особо... Ну, я был ребенком, если бы я так коньяк хлыстал бы, я бы давно бы такой, знаешь, обкашлялся 10 раз, блядь. Ну да. Потому что он там прям вот так вот, знаешь, как будто он ждет каждого дня рождения. И как, знаешь, скриптонит сегодня, каждый как день рождения, он просто такой тут коньяк лупит. Почему она его не останавливает вообще? Ну, понимает, сушники, дело такое. И какой-то не беспокоит. Она даже не встает. Она не встает, да. Ну, такие вот аниматоры. Тишина! Классный праздник. Все ко мне сейчас подойдут. Мне кажется, сейчас мы построимся. Ребят, стоп, секундочку. У меня ощущение, что дети в армии. Тишина! Все ко мне сейчас подойдут. Напомним, что мы заказывали анимацию на детский... На деньги родителя орёт на их детей. Угу. И чувствует чёрный список. Ещё причём таким образом, типа, знаешь... Слишком много себе позволяет. Но похоже, что у нас проходит курс молодого бойца. А они все не аниматоры. Если кто-то будет у меня не на виду, я того закрою вон там вот. Я освобожу только тогда, когда мама мне скажет. Крис. Я закрою тебя просто. В комнате. Но ты пришел сюда в гости, дружище. Ты только 2 минуты у нас в доме находишься. В смысле закрыть в комнате? Ты я решил наказать чужого ребенка? Грубость. Грубость с детьми. По команде Рената дети начинают бегать по комнате. Может, сейчас аниматор проявит весь свой креатив и успокоит детей без криков и грубости. Да, или за ухо кончится со стрелкой. Раз, два, 2,5. Мы хотим внутри. На улицу. На улицу. Что? Остаешься здесь. Что? Аниматор запер ребенка в доме? Да просто блин. Я не вижу здесь на самом деле профессионального подхода. Обратите внимание, взяли одного ребенка, изолировали. Неизвестно, что он сейчас с горя может натворить. Да, я не вижу, чтобы на улице кто-то занимался детским мероприятием. Ребенок уже до этого пил, вроде тот же самый пил, мне кажется. Угу. И там еще оставили кучу коньяка, он такой. Но он в итоге выбежал. Опять вот день рождения. Он, видишь, выбежал слева, вот он в левой части. Улицы идут поиски туфельки, которую именинница якобы случайно потеряла. Дети, операция «Туфелька». Кто спрятал мой ботинок? Потерянная туфелька именинницы – это отличный повод устроить детский квест или интерактив. Используют ли аниматоры эту возможность, чтобы вовлечь детей в свою одного программу? Если я вас сейчас найду, я сам в этом доме. Если я его найду, вы всего пары лёжек будете лежать. Чего? Упор лёжек. Я говорю, он только как будто с армии пришёл. Кем он себя возомнил?
Не знаю. Как он вообще в этом мире-то живет? Много себе позволяет. Слушай, я все-таки понял. Не зря в начале экзамов, типа, как армейскую тему закидывал, еще сказал, что мы РП. Они, наверное, отсняли этот момент позже, после этой штуки, с предпосылом на это. Наверное. Ну, чувак, если честно, настоящий гондон, я по-другому не скажу. Блин, дети чужие, с моим ребенком так разговаривал бы чувак. Так он, молодой, видимо, еще не работал, потому что, ну вот он приехал, сейчас выйдет Ренат Акзамов, добрый, а если бы он приехал в какой-то загородный дом, спустится папа, а там папа бык какой-нибудь, 50-летний, например, не знаю, который в полиции работает, увидит, ему эта дочка нажалуется и пиздец этому пацану. Ну, даже не нажалуется, просто он увидит, что он орет на моих детей, знаешь, мы там сидим, грубо говоря, там... пивко такие пьем, что пока дети развлекаются, и слышим, что просто чувак там, вы сейчас в упоре лежа будете принять. Как ты думаешь, что бы мы с ним сделали? Он нельзя тоже так, нельзя. В упоре лежа тоже бы так же лежал, мне кажется. С чужими детьми так говорить. Вообще нельзя. Увы, но вместо игровой формы аниматор продолжает вести себя, как в армии. Вы все в упоре лежа будете лежать. Начинаем пить газировку. Перед уходом одна из мам запретила пить детям газировку. Видите, у нас здесь газировки нет на столе, у нас просто в доме такое правило, мы газировку не пьем. Света специально упомянула, что в нашем доме газировку не пьют. Это наша маленькая ловушечка. Посмотрим, как они справятся с этой задачей. Ты больной, что ли? Больной, что ли? Нифига себе! Ты больной, что ли? Наш маленький агент отделывается легким оскорблением. Кто эти люди вообще? Как они попадают? Кто им позволяет к детям вообще подходить? Я не могу понять. Зачем вы работаете аниматорами, если вам это неприятно? Ну, идите в тюрьму работать, не знаю, там, в армию. Попрошайничать. Да, охранниками в магазин, не знаю, там, куда-нибудь. Что за фигня, блин? Посмотрим, как отреагирует на газировку принц. Алкашку можно, газировку нельзя. Да. Он сидел там, коньяк. А про алкашку ничего не говорили. Да. Мы выполнили четко ваши условия. Что он делает с ребенком? Что это за обращение? Ау. Секундочку. Хорошо, если там не будет синяков. Вы знаете, я на это смотреть больше не могу. Друзья, пора с этим заканчивать. Пошли. Неужели он прям... вышел? Я думал, он, короче, скажет, так вот, мы сейчас посмотрим чуть-чуть. Здесь жалко не тот предыдущий ведущий. Он бы не сдерживался, он бы сразу начал наезжать. И он, ну, ему форма его физическая позволяет, он часто наезжает. Он прям встает, начинает разжевывать, учить, давить. Я надеюсь, Ренат на него сорвет. Здравствуйте! Меня зовут Ренат Акзамов. Программа «Черный список», телеканал «Пятница». А у самого Рената, знаешь, такие лодыжки дрожат. Такой думает, блядь, как вывозить эту тему. Смотри на него, он еще такой. Тебя за руку жестко хватал, дядя? Ты аж застонал, сказал, больно, отпустите. Было? Вот да. Мне было. Так, да я пизжу, блядь. Его подставить решил. Я просто коньячку выпил, осмелел тут. Я вот не понимаю, как Ренат Акзамов в такой ситуации, ну вот, спокойным остается. Не говорит, ты ёбнутый, что ты творишь. Ну, то есть он просто ведет с ним диалог. Маленькие ангелочки. Я еще раз говорю, я выполняю свою работу. Если кто-то будет у меня не на виду, я того закрою, он там будет. Если вы не выполните то, что я вам сказал... Я упор посмотрел. Лежа, ты сказал. Будет упор лежа. Если я его найду. Вы все в упоре лежа. Ты детям говоришь фразу, если вы не найдете тут... Нет, смотри, даже Ренат задел эту ситуацию. Даже так, он... Ну, нет, это бред. То без есть, улыбочек. Да хрен знает, он же не в школе даже, как, знаешь, трудных подростков каких-то ужасных, которые там, знаешь, с затычками ходят, что-то еще. Это еще дети, они могут баловаться. У него в любом случае должно быть какое-то хоть педагогическое, ну, не образование, хотя понимание, что чужие, блядь, дети. Не знаю, ну, условно, если бы моему ребенку так нахамили, нагрубили бы, схватили еще крепко, бы, да, ну, я бы не стал бы сдерживаться его эмоций, конечно. Это точно.
Я помню, мама-то как смороженщица там ругалась, когда что-то я там хотел купить мороженое в детстве, я помню. Ну, то есть, мама стояла рядом, типа, на, купи. И я что-то не понимал или что-то такое, она мне, типа, как-то грубо мне ответила, я не помню. И мама просто подошла, сказала, типа, ты ебанутая, что ли? Это ребенок, блин. А кто такая, типа, учи своих детей, что-то она такая... Типа, ты кончена или что-то такое. Ну, мама, в общем, что-то с ней поралась, я помню, забрала меня. Мы ушли на трамвайчике на 11-м, уехали домой. Пор лежа! Мы вас закроем в комнате, и ты отсюда из дома не выйдешь, пока не приедут родители. Это что за фраза? По одной простой причине я так сказал, чтобы он понимал, что надо себя адекватно вести. Ребенку. Да, ребенку. Ведь это взрослый человек, который понимает. Надо вести к психологу. Вы пришли, не помыли руки. Почему? Это же дети. Да ему потому... похуй, потому что. Я люблю Ксу бить грязными гауна. Руками их. Да, да, да. Право. Но руки же можно было помыть? Дальше. Наталья говорит, что прежде чем предоставлять эту услугу, вы должны сюда приезжать с санитарной книжкой и с обязательным отрицательным анализом на ковид. Можно это увидеть? У меня нет с собой сейчас, да. И он как будто ПТУшник, которого преподаватель отчитывает. Но этот человек деньги получает за это. Слушай, ну по анализу ковида еще очень странная тема, потому что же все приходит в госуслуги. Ну, как бы я сдавал анализы ковид, когда там улетал, то есть я сдал, и мне все пришло в госуслуги. То есть у меня была справка на руках, и, грубо говоря, это еще все приходит на почту. А мы сейчас живем как бы в современном веке, то есть, да, и на всякий случай все эти штуки сохраняем в телефоне, там, знаешь, на почте, в госуслугах, там, и так далее, типа... Просто у него нет этого теста. Нет его, просто конечно, он его не делал. Конечно, полой, зачем тратить, я лучше детей забью. Скажи, пожалуйста, еще вы какое агентство представляете? Не могу сказать. Скажи честно, ты кого-нибудь знаешь? Веселый придурок, блин. Из сотрудников компании «Веселая страна». Нет. Нет? Как вы здесь оказались? Как вы узнали про наш праздник? Мне сообщили по телефону об этом. Если честно, я в шоке, и то, что сейчас происходит, это вообще ненормально. Чтобы ты понимал, мы обратились в крупное агентство, которое называется «Веселая страна». А судя по всему, это агентство пригласило неизвестных им... Удивительно, да? Удивительно. В первый раз обосрались, и во второй раз обосрались. Давайте еще раз закажем, чтобы вообще какой-нибудь отбитый черт приехал с детьми работать, который их бить будет. Я просто, я недоумеваю, блядь, если честно. То есть вы же предоставляете услугу определенную. Если вы услугу представляете, хреново, очевидно, ее не надо вам делать. Либо надо что-то поменять, что-то сделать, людей хотя бы... Неужели сложно найти нормальную команду людей-аниматоров, которые будут просто хорошо выполнять свою работу? Может, они в передаче сидели и такие, нам нужен вообще конченый, чтобы приехать, чтобы прям, сука, конченый был. Они такие, давайте из «Веселой страны» закажем. Там в прошлый раз дичь была. Не-не-не, нам самого конченого, просто конченого, не конченого, а конченого вот прям пришлите. Не-не, я уверен, они типа снимали, знаешь. Нам по сюжету нужно. И все были такие, как Алехандро, приходили, все такие адекватные, такие сидят. Выпуска не будет, что бы сделать? Давайте «Веселую страну», там точно конченый есть. Такие вот. И приехал соответствующий. Прекратите съемки! А что происходит? А что происходит здесь? Не снимайте! Я спросила у детей. Можно ли их снимать? А у родителей спросили? А вы знаете, что детей до совершеннолетия снимать нельзя без согласия родителей? Вы не в курсе? Я не снимала. Вы сейчас снимали? Она их прям закапывает. Она еще решила детей снимать, то есть, знаешь, как бы... Вот классный праздник, я все записала, смотрите, клевые услуги. Пыталась еще обвинить в этом детей полностью, который, то есть, ребенок, который вообще не несет ответственности ни за что. А вот для этого снимала, чтобы потом... Здесь скажите, что вы специально это делали, чтобы нас там вывести и так далее. Очевидно, они делали специально. А вдруг такой случай, что это будет не специально? Ты что, тоже скажешь, это ребенок виноват? До 18... Дети, бывают на камни от каши не отличают, А потом что, В 5 лет до сих пор говном на стенах рисуют. Господи. Даже не разговаривают некоторые до 4 лет, потому что думают, взрослые долбоебы, на него посмотрят и все, Наших детей на видеокамеру.
теле... У меня, блин, я извиняюсь, у меня проходит слишком много мата вылетает, потому что из-за этого чувака прям... Ситуация такая. Бомбануло, да. Фона, я вам не давал такое добро. Я же не ругаюсь с вами. Я хочу понять, что происходит. В вот данный момент же понимаю, у нас услугу предоставляет ругается. Агентство «Веселая страна». Я хочу просто понять, где произошел разрыв. Произошло, видимо, недопонимание между вами и «Веселой страной». Нас да. заказали с интернета. А кто? Кто? Я не знаю. Александр. Угу. Досуг.ру, блин. То есть вы давно... Это не «Веселая страна». Нет, это не «Веселая страна». Нас заказали с интернета. Почему дают им уходить? Почему он не орет? Я не понимаю. Если бы я был ведущим, меня бы, наверное, побили когда-нибудь. Да-да-да. Я да. бы так не сдержался. Знаешь, это какой-то выпуск такой, так, сегодня у нас черный список, у тебя, знаешь, такой порез такой на пол лица уже, финиш, такой рука сломанная, костыль. Как вот сдерживаться, когда ты с таким скотом общаешься? А он явно в физической форме лучше, чем я. И вряд ли он бы стал терпеть. Да, охранники нужны, чтобы они их держали, а ты стоял их и отчитывал, как детей. Да нет, камеры нужны, камеры пугаются всех. И деньги бы им не дал. В смысле, за что? За что им платить? Они не сделали ничего. Если честно, конечно, я в шоке. Ну а в принципе, чего можно было ожидать от компании, которая ищет своих подрядчиков через интернет, через социальные сети, не видя их работу, не видя их опыт и вообще не видя их вживую? Однозначно компания «Веселая страна» попадает в черный список. Второй раз. И вот эта банда добрячков-аниматоров отправляется туда же. Блин, какие лютые лица даже, блин. Да, как у заключенных. Ой, да, вообще прям в натуре. Может быть, они вот-вот откинулись. Бонни и Клайд, блин. Надо заработать как-то. Ну давно такого трешника. Я за это люблю черный список, потому что там бывает такой трешничок. Блин, но прям. Пока что все еще не переплюнуло ничего с доставкой. Вот это было классно, конечно. Поплывший торт. Да, там столько всего было. Ой, блин. Ну что я хочу сказать, большое спасибо тебе, что сегодня погостил вместе со мной. А вам большое спасибо, подписывайтесь на мой канал, на канал Юлика. Всего доброго, пока-пока.